Ну что ж, ребята, всем привет. С вами Андрей. Обозреваем Покрафт Спутник 2. Пришел он в таком оранжевом мешке. Вот, герметично, достаточно плотный, хороший мешок. Вот, сразу я его взвесил 6-7 килограмм. Но это вместе с сидушками. Вот, и вместе с мешком. Что, в принципе, не отличается от, значит, стандартного. Мы сделали спецзаказ. Это, значит, два клапана и два баллона. В стандарте он идет монобаллонный. Ну, мы это заказали в целях безопасности. Дальше будем тестить, и все в следующих видео будет наглядно видно. Вот, значит, длина его 360 сантиметров, ширина 100 сантиметров. Вот, прислали мне зеленый, как я и просил. Вот, значит, два клапана, они сделаны, значит, по типу, ну, облегченные, лепестковые. Где-то на 55 грамм, производитель говорит, они легче стандартных. Вот. Накачиваюсь простым мешком, таким насосом легким. Вот. И ртом уже докачивается уже непосредственно до какой-то более такой плотной накачки по крафту. Ну вот сейчас близкий план, вот он, лепестковый клапан. Сейчас я приближу здесь, будет видно, что там такой некий пятачок. Вот он сгибается, изнутри, соответственно, под давлением он затыкает отверстие, и уже воздух обратно не идет. Вот сам мешок, но он достаточно легкий, герметичный. Вот внутри две, значит, какие-то палочки здесь пластиковые для удобства накачки. Но они лучше сворачиваются. Дальше я там покажу. Вот сам мешок, значит, состоит из водонепроницаемой ткани репстоповской. Видно вот там такие клеточки. Как раз репстоп. Вот, накачивается, значит, достаточно быстро. Очень быстро. Единственное, что, значит, вот это отверстие нужно надевать на клапан. Так плотненько, можно даже руку туда просунуть, изнанку это вывернуть мешок и плотно вставить в сам клапан. Он надевается прям сверху, без всяких там утяжек, затяжек. Хотя, в принципе, можно было какую-то завертку придумать. Потому как сам клапан, крышка на резьбе, можно как фиксатор было либо крышку просто срезать, ну, фиксировать изнутри, потому что при неловком каком-то движении, сейчас дальше, что вы увидите видео, может этот мешок выдернуть. В принципе, можно вот крышечку заказать у них, попросить, может, пришлют. И вот ее здесь как бы навернуть на резьбу, он уже будет плотно. То есть никуда не слетит, накачивать как хотите. Ну, так плотненько пальцами надо утопить. И он уже здесь сидит. В принципе, воздух не пропускает. Тут прошитые ПВХ, я так понял, в мешке. Ну вот, накачка происходит чисто. Вот набирается воздух. Ну, и заворачивается вот этими палочками. Более так удобно. Ну вот сейчас у меня тут мешок слетит. Вот он слетел. Потому как все-таки вот немножко, если немножко скривить, то он слетает с этого клапана. Ну, если аккуратно все накачивать, я уж накачивал по крафту, то все нормально. Комплекты, значит, прислали две сидушки и для первого гребца спинка, который крепится на растяжках. По такому стандарту. Спинку я там крепил, ну, в принципе, так более-менее ничего можно. Ну, нет такой жесткости все равно. Вот, значит, на самих сидушках тоже клапан, накачивается ртом. Ну, можно и шланг, если вы хотите, насосом. Но ртом достаточно быстро накачивается. Шланг на резьбе, клапан сам поворачивается, накачивается, и как бы надо приловчиться и тут же его завернуть, не отпуская изо рта вот эту пимпочку. Сидушка. Накачка что дает для сидушек? То, что облегчает вес и, сама, соответственно, упаковка. Уже можно свернуть ее, завернуть. Очень удобно. Сидушка такая по типу слива. То есть, если на вас вода будет попадать, там где-то по бокам течь. Тут по некий такой
по типу унитаза, дырки. Вот. Там в сидушке есть ручеек такой, соединяющий. Не ручеек, а перемычка, которая не накачивается. Вот ее надо вниз. Не наверх ее, как бы, к телу, а именно вниз, чтобы вода именно стекала, как ручеек. Очень важный момент, потому что иначе вы просто будете сидеть в луже. У вас внизу будет лужица. Надо, чтобы она стекала на дно по крафту. Также мне прислали в комплекте вот такой надувной спасательный жилет. Для категорийных рек он, конечно, не подойдет. У меня есть отдельное видео, ссылку вам оставлю по нему. Но он достаточно такой удобный, компактный, мне понравился. Потом на воде буду проводить испытания с своим весом. Вот, ну, значит, вот я тут начал продолжать накачку. Здесь у меня ничего не слетало, я приноровился. Качал его достаточно быстро. Не знаю, вот у нас байдарка. Она, кажется, больше размером там, из ПВХ. Накачиваем мы достаточно долго ее. Ну, там ножной насос. Здесь очень быстро вот этим мешком, прям за какие-то тут минутки кратчайшие. Вот, значит, на видео видно, что накачивается первая половина. Значит, по крафту она заходит за, здесь у нас, за нос и немножко другая половина. То есть по типу, как бы, делится пополам не ровно посередине, а вот именно с заходом на первую, вторую часть баллона. Также и корма накачивается. Ну, а дальше мы будем испытывать на воде, когда теплая вода будет. Будем именно испытывать на потопляемость его. Но это уже в дальнейших видео, там все увидите. Сидушка, значит, крепится на дно покрафта с помощью липучек. На самой сидушке липучки. И на дне покрафта, что дает, в принципе, ну, такую надежность, что она никуда не денется. Ёрзать вы на ней не будете, она достаточно хорошо липнет. Вот, сам покрафт, значит, состоит из двух материалов, ПВХ и ТПУ. ПВХ, значит, где-то 650 грамм на метр, производитель написано. А ТПУ 400 грамм на метр. Вот, но, скажем так, ТПУ очень зависит его качество и надежность именно от ткани, которая используется. Тут полиуретан заливается в ткань. Вот эта ткань должна быть высокого качества. Некоторые покрафты импортные, они доходят до 80 тысяч цена. Соответственно, значит, ТПУ... Сама ткань очень дорогостоящая и очень надежная. Здесь мы будем все испытывать. Посмотрим. Производитель тоже заявляет тайм-триал, что это импортно-высококачественное ТПУ. Вот, ну, будем тестить. Вот здесь держатель для весел. Очень оригинальное решение на резинке. Вот, никаких тут ухватов не надо. Таких больших блямб приклеивать очень удобно. Вот здесь непосредственно швы покрафта, где такие сварочные, на холодной сварке они вроде все это варят, я читал. Вот, а это такие крепежи облегченные, без всяких колец, просто вот на стропах и ПВХ такой пятак приклеен. Вот сейчас здесь, значит, отображено, как крепится весло. Очень удобно и очень быстро, прям... Мне нравится это решение.